В Абакане произошла коммунальная авария, но устранить ее попытаются без ограничений для потребителей. На улице Пушкина выявлен порыв водопровода. Утечка заметна невооруженным взглядом. Из-за скопления воды в грунте асфальт вздыбился и пошел трещинами. Коммунальщики огородили аварийный участок оживленной дороги знаками, ограничивающими движение транспорта. Ремонт начнется завтра с 9 часов утра. Планируется залатать пробоину в стальной трубе без отключения холодного водоснабжения в окрестных многоэтажках и республиканском военкомате. А вот троллейбусную линию все же предстоит обесточить и полностью остановить движение по 4 и 7 маршрутам. По первому во время ремонта будет курсировать только одна машина. Завершить работы водоканал намерен в течение дня.